Такс. Ну-ка. Пойдем-ка раздобудем обломков еще. Обломков титанита. Та-та-та. Титанита тра-та-та. Так, я что-то перегружен? Нет? А, нет. Так, надо эквипнуть вот это вот. Так, у меня есть душ? Душ-то вообще есть? Фрея. Фрея. Нам нужна Фрея. Зачем она нам? Чтобы что? О, вот это хорошо. Фрея. Фрея-фея. 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 Так, мужик, знаешь, что я тебе хочу сказать? Нет, пока ничего не хочу тебе сказать. Дай кнопки, кнопки. Я хочу вот что сделать. Арбалет. Так, и 290, 319. А, ну это у меня кольцо, потому что. Ну да, в раф его надо накалять. Флейм, флейм. Так, пойдем тестить на кошках. Кошки. 271. Ё-моё, блин, стреляйся. Вот баран. Ну, если у нас там. Ну, на 20-ничек повыше, то хорошо. Так, а если обычное стрелание? Ты чё вытворяешь? Так, это вот у нас тяжелый арбалет, да? 242. Ну да, на 20-ечек, короче, повыше. Что-то у тебя все поотваливалось, козлина. На тебе глаз. Ну вот, теперь будем с таким бегать. Так, тяжелый это у нас легкий. Легкий удаляем. И перегрузка сразу. Неожиданно возникла. 4 килограмма. Перегрузка это плохо. Перегрузка
Надо заодно тогда купить тяжелых болтов, что ли. Ну, соточку, скажем, купить. Что еще подает? Что такое? Легкий арбалет, это что такое? Длинный лук. Ну, длинный лук, ладно. Купить, не купить. Да, я ж не знаю. Наверное, погодим. Лучше пойдем еще. Купим огненных болтов, наверное. Что ли? Ад. Какое хорошее количество болтов получилось. Так, интересно, меня... Ай, ёлки, блин, здесь нельзя сидеть. Мне интересно, пустят вы тут... Блин, куда идти-то? Надо бы, конечно, горгулей пострелять. Как до них добраться? Кстати говоря, я ведь еще этих не убил, как их хранить. Не хранить, я какие-то руин-то этих, как его. Стражей руин, во.